Новый симуляционный центр Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова посетили ученики Назарбаев интеллектуальной школы Алматы. Школьники примерили на себя роль медиков. Сейчас юные парни и девушки уже учатся основам химико-биологической сферы. Другими словами, школьники намерены связать свою жизнь с медициной. Большая часть из них в скором будущем планирует поступать в ведущий медвуз страны КАЗНУ имени Санжара Асфендиярова. Ученикам НИШ продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи. В симуляционном центре будущие медики оттачивают эти навыки на специальных манекенах и тренажерах. Для учеников школы такой опыт надолго останется в памяти, а возможно и пригодится в жизни. В 2020 году КАЗНУ полностью реконструировал и обновил симуляционный центр. Сегодня здесь с помощью новейших технологий подготавливают молодых врачей работать с пациентами на роботах-симуляторах. Площадь симуляционного центра увеличили в 1,5 раза, до 3500 квадратных метров. Общее количество оборудования составило 550 единиц. Среди них 50 единиц интерактивного и высокотехнологичного медицинского обучающего оборудования. В центре теперь 46 учебных помещений, среди которых есть блок педиатрии, хирургии, акушерства и гинекологии, терапевтический блок, блок скорой и неотложной помощи и кабинеты общего пользования.